Привет, меня зовут Павел. В этом видео я вам расскажу об основных характеристиках холодильника LG GA B509 MEQZ. Если вы задумываетесь о покупке холодильника и хотите наслаждаться свежестью продуктов максимально долго, то советуем обратить внимание на холодильники LG с инновационными функциями. А сейчас мы вам поможем разобраться в них подробнее. Данная модель – самый распространенный и удобный тип холодильника. Морозильная камера в нем находится в нижней части, а холодильная – в верхней. Обе камеры достаточно объемные. При выборе холодильника очень важно обратить внимание на габариты, ведь он должен поместиться на вашей кухне. А еще очень важно обратить внимание на полезный объем. Это холодильник среднего размера, его объема будет достаточно для большинства покупателей. Перед вами габариты этой модели. Обязательно обратите на них внимание. Пользоваться этим холодильником будет комфортно для людей любого роста, потому что высота его в пределах 200 см. В холодильнике LG установлен инверторный линейный компрессор. В чем его преимущество? Во-первых, он снижает энергопотребление приблизительно на 30%, во-вторых, работает практически бесшумно, а в-третьих, LG дает на него расширенную гарантию до 10 лет. Это самый экономичный холодильник из всех возможных. Отличный выбор для тех, кто привык считать свои деньги, а также заботиться об окружающей среде. Разница между этим холодильником и холодильником предыдущего класса энергоэффективности составляет около 30 кВт в год. Кажется, не так уж и много, но поверьте, за несколько лет набежит приличная цифра. Этот холодильник оснащен системой Total No Frost. Во-первых, с помощью нее ваши продукты равномерно и быстро охладятся как в морозильной, так и в холодильной камере, а во-вторых, эта система избавит вас от необходимости периодической разморозки морозильной камеры. Уровень шума в этом холодильнике самый низкий из всех возможных. Современные технологии обеспечивают бесшумную и надежную работу. У этого холодильника дверной уплотнитель BioShield изготовлен из антибактериального материала. Он подавляет образование грибка, плесени, а также позволяет вашим продуктам оставаться свежими дольше. Этим холодильником можно управлять со смартфона, используя приложение LG ThinQ. Например, вы можете провести диагностику холодильника или изменить температурный режим. Этот холодильник отличается еще одной полезной функцией. В нем качественно охлаждаются продукты в самой теплой зоне холодильника – в дверце. Благодаря технологии Door Cooling холодный воздух поступает не только из задней панели, но и из панели в верхней части холодильника. Оттуда холодный воздух равномерно опускается на нижние полки и быстро попадает в область двери. Чтобы узнать о товаре больше, заходите на наш сайт lg.ru. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Приятных вам покупок!